Привет, я Аня, и вы смотрите «Идейки за копейки». Ловите новую суперскую распаковку бумажной капсулы. На ней логотип игры Poppy Playtime, а в центре малыш Банза Банни. Вот такой, как из моей распаковки. Если не видели, советую посмотреть. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Начинаем распаковку. Сзади на капсуле вот такая молния. Давайте откроем ее. Класс! Она сработала. Снимаем верхний слой аккуратно. А внутри много-много ярких пакетиков. А пока нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить классные ролики на «Идейки за копейки». Готовлю для вас новые суперские идеи. И у меня точно есть, чем вас удивить. Здесь снова молния. Открываем ее и достаем все содержимое. В этот раз я решила сразу достать все пакетики и будем распаковывать их по очереди. Пакетиков в этой капсуле оказалось очень-очень много. Они все одного цвета, только отличаются по размеру. Ух ты! А здесь есть подсказка. На ней нарисован зайка и тарелка. Вы уже догадались, кто внутри? Откроем первым вот этот самый большой пакетик. Здесь внутри зайка Банза, только он совсем без одежды. В маленьких пакетиках я сделала для него множество разных аксессуаров. А вот и комбезик с двумя большими пуговичками. Оденем его, так-то намного лучше. Смотрим дальше. В этом пакетике нам попались две музыкальные громкие тарелки, которыми Банза так любит греметь. Ух ты, морковка! Наверняка его любимое лакомство. В следующем пакетике попался вот такой плеер, чтобы слушать любимую музыку. Если ты все еще не подписан на канал, у тебя есть время подписаться. Готовим классные новые видосики. А здесь вот такие ролики для нашего зайки. Они отлично подходят по размеру и по цвету к зеленому комбинезону. А вот и сумочка-рюкзак для самого-самого необходимого. На улице лето, ярко светит солнышко, поэтому две пары солнцезащитных очков в самый раз. В последнем пакетике головные уборы, и они тоже зеленого цвета. Сначала примерим вот такую панамку. Подходит отлично, но все же выберем колпачок с бубоном для полноценного образа Банза. Примерим очки. I know when your birthday is. А в мини-сумочке-рюкзачке есть кармашек для аксессуаров. Давайте дадим зайке тарелки, чтобы он ними громко погремел. Примерим ролики.
Только я совсем забыла приклеить на них кусочки двустороннего скотча. Уже приклею за кадром. Вот такая распаковка с милашом Банза у меня получилась. Если у тебя есть суперские идеи для бумажных капсул, пиши в комментариях. Буду очень благодарна. И не забудь поделиться этим видео с друзьями. Им тоже будет интересно. Желаю всем нам только мира, мира и еще раз мира. А с вами была я, Аня. До встречи на «Идейки за копейки». Пока-пока!